Разбросанная мебель на улице, выбитые окна и двери. Ольга рассказывает, сначала загорелась секция на первом этаже. Это уже пятый пожар за последние несколько лет. Сама Ольга Герасимова с ужасом вспоминает, как пожарные вытаскивали ее из форточки, когда огонь секции поднялся на второй этаж. Спасатели даже тушили дом повторно. Из-за задымления, которое жильцы обнаружили только через час после пожара, пришлось вскрывать полы и стены. Через час я ходила, наблюдала и увидела тонкий дымочек идет из стены. Побежала за ними, он поднялся уже как бы проверить, выезжать им или нет. И он зашел, увидел, палец засунул туда в стену, там говорит, горячо, и они начали ломать стену и проливать. И до утра вода бежала вниз. По словам очевидцев, жильцам просто повезло, что остались живы. Вот только возвращаться теперь почти некуда, а дома и без того признанного аварийным почти ничего не осталось. Хотя и до пожара дом значился жилым, разве что по документам в мэрии. Еще в 2013 году его признали аварийным, но даже спустя 5 лет жильцов так и не расселили. Очередь должна была дойти до них еще в мае 2015-го, но увы, в программу расселения дом не попал. После очередного пожара единственный жилой подъезд остался без последних признаков цивилизации. Спасательные службы отключили свет и газ во избежание нового ЧП, как объяснили жителям. Вот правда, четверо суток мы без газа и без света. Ну вот кто ходячий, это нормально. Вот у нас Тамара Алексеевна, та вот представьте, 2 суток без горячего. Так вот я в термосе приносила чай, вот этот кипяток. Ну, нам дали плиточку такую маленькую с баллончиком газа. Вот вчера они сварили, обрадовались. Как жить? Этот вопрос владельцы квартир злополучного дома задали в том числе и чиновникам из администрации. В городском департаменте пообещали газ и электричество подключить в ближайшие день-два. С тех пор прошла почти неделя. Специалисты газовой службы все-таки объявились. Но не за тем, чтобы восстановить коммуникации, а чтобы окончательно отрезать дом от них. Чинить электропроводку и вовсе отказались. Сказали, что не будут рисковать жизнью. После тушения огня она оказалась залита водой. Я спросила вот представителя администрации. У нас ни отопления не было, ни газа, ни света. Он сказал, завтра, в субботу, все вам подключат. Это что, пожар вам отключили, как бы, чтобы не было трагедии. В субботу утром, где-то 9:30, пришли горгаз и отпилили нам трубу. Я спросила, а кто вам дал указание? Поступил звонок с администрации. Здесь отключить горгаз, газ совсем. Впрочем, с коммуникациями или без, дом все равно представляет опасность. После пожара аварийные конструкции могут рухнуть в любой момент. Но переезжать просто некуда. У кого были варианты, уже давно съехали. Несмотря на катастрофическое состояние дома и статус аварийного, здание занимает только 36-ю строчку в очереди на расселение. В департаменте жилищной политики в очередной раз предлагают подождать. В начале апреля будет утверждаться новая региональная программа по переселению из аварийного жилья. После того, как документ будет согласован, в городской администрации будут строить прогнозы, может быть, даже раздавать обещания. Между тем, сами жильцы уже готовы переехать даже в сельские районы. Главное, чтобы новый дом был безопасным.